родился я в Сталиногорске. А то, что детские вот эти мотивы, они все время остались во мне, потому что я, наверное, не стал бы художником, если бы не было такого окружения. Там были бараки у нас, бараки, 12 бараков. Отец приехал строить химический комбинат. И поселили их тогда, по тем временам, они из деревни приехали, их поселили в бараках. 12 бараков было. Там в этом бараке и клуб был, там в этом бараке амбулатория в следующем была, и кубовая какая-то там воду наливали, и все. То есть это была целая система. Целая система. Но самое интересное, что были бараки. Вот наш барак, я как начну подсчитывать, у нас, наверное, человек 10 было художников. Рисовали все, копии делали. Копии делали с великих произведений. Вот. И, к счастью, мои братья, старший брат тут Владимир Сергеевич и средний брат Николай Сергеевич. Вот я его там, детство босоногое, и я Николай Сергеевич там написал. Он сидит, пишет нам богатырей, а я сзади стою вот таким вот шпингалетом. Весь интерьер вот этого убогого помещения был завешен копиями картин. Картины делали они хорошие, вот братья. Николай Сергеевич, Владимир Сергеевич. Вот висит эта вот картина «Богатыри». Это Владимир Сергеевич в свое время написал, и она висела вот так, кровать стояла отцовская, это отец с мамой спали. Вот. А наверху висели богатыри, а Николай Сергеевич написал, вот это тогда модные были ковры. Ковры. И вот он ковер этот написал. А, значит, такой мотив расхожий, там, значит, пруд какой-то, да. Лебеди по пруду плывут, и кавалер даму придерживает за талию, она лебедей этих кормит. Ну вот так. И делались эти ковры, обязательно по углам были красивые такие декоративные розы. Вот. Я вот это все сделал. Все в этих работах я все воспроизвел по памяти. И благодаря им я все время думал, думаю, ну как это они рисуют, а я нет. И вот эти ковры писались тогда на толи. Кусок толи отрывают здоровый. И на этой толи напишут ковер и бац его на стенку. И все, он висит. Вот я тогда уже пытался. Уйдут все из дома, когда родители куда-нибудь уйдут. Я спускался в подвал, доставал. У нас там краски были для окраски окон, для окраски полов. Все я это доставал, кусок толи, и начинал я красить вот эти вот ковры. Федотова такая есть картина «Разборчивой невесты». Я нарисовал, и мне показалось, что я карандашом цветным очень красиво нарисовал атласное платье вот этой девушки. И вот я показываю там вот маме эту картину, она ее смотрит. А так она все время была, ну, не за. Она только поверила, она все говорила, да ну что это, шел бы ты в техникум. А у нас был химический техникум, химики. Вот. И, значит, она меня все сопровождала туда. А я как-то не верила. Я уже когда стали меня печатать, «Огонек» журнал тогда очень модный, он такой популярный был, привез домой. Говорю, мам, вот у меня тут картина. Это твоя картина. Я говорю, моя. Она этот огонек взяла и обошла всех соседок своих, подружек, всем показала, что он в огоньке даже его картины печатают. Ну вот, и только тогда она поверила, что я занимаюсь делом нужным для государства, для России. И она меня, так сказать, простила, что я не пошел в этот химический техникум. А вот это детство босоногое, там, значит, ну и корову, я у нас мелкая корова была, я ее поить ходил.
на ручей. Там друзья мои все в футбол играют. Я их по памяти восстанавливал и писал прям по памяти. А я на воротах там стою. Меня на ворота ставили. Я на воротах хорошо стоял. И вот играли в футбол в этот. Прям вот сейчас апрель, еще чуть не проталины, еще снежок везде лежит. А нам нравилось вот на этом лугу, деревня называлась Клин, где вот этот луг был. И мы развивались и гоняли в футбол босиком. Ну вот такие вот были времена. Времена, детство такое неординарное, но оно запоминающееся. Время такое было. Вот где мы жили, вот эти бараки были, а рядом проходила железнодорожная ветка, и станция была, которая называлась Сборная. Вот там была столовая. Она по тем временам вроде бы и столовая, вроде бы как и ресторан. А потом вдруг появились ириски. И мы все время охотились за этими ирисками и ходили вот в эту столовую. Нас уже знала там вот эта вот женщина, которая в буфете торговала вином и так далее. И вот мы там покупали. Вот я написал в этой картине себя и двоюродную сестру. И вот мы там в руках эти ириски держим. Вот. А в столовой кипельные белые были скатерти, столы покрыты скатертями белыми. Девушки в белых передниках, вот с кокошниками на головах, и сидели за этими белоснежными столами вот мужики, которые только что вернулись с фронта. Вот эти гимнастерки, выжженные солнцем. Вот. И они сидели, а эти девушки приносили им пиво. Пиво янтарное, красивое такое. Вот, и они, значит, пили это пиво. И вот это настолько врезалось мне в память, а на стене висел Шишкин. Тогда модно было копии вот эти. Вот «Утро в сосновом лесу». Висел Хруцкий, вот эти натюрморты его. Вот, все это залетело в память. А за окном паровоз ходил. Вот так она и родилась, эта картина. Было мне тогда, это считать, если сейчас скажу, ну, наверное, год 48-й, 49-й, ну, лет 7, ну, вот только что я осознавать начинал. А картина начинается как? Она начинается с ерунды. Вроде бы начинается с мелкого, вот, а потом развивается, 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 мысль разрастается, разрастается. Мы как-то были вот с внучкой, малоярославцы. Ну, вот по этим местам, по святым, ходили мы. А потом вот я как-то пришел вот в этот овраг. Ну, мне говорили, что по этому оврагу кровь в 1812 году рекой лилась. Я как-то сразу мне вот колыхнуло. Я прям увидел эту картину. Увидел действующих лиц этих вот в этом овраге. Кто где стоял, я думаю, там вот на пригорке. Наполеон, наверное, смотрел на Малый Ярославец, как его взять в свои руки. Вот, там Кутузов сидел. Почти сразу начал думать о картине. И вот так она появилась. Это канун Великого Сражения. Два государства. Больших, крупных, сошлись вот в этой кошмарной драке. Там были же руководители. Был Наполеон и Кутузов приехал бить французов. Я думаю, ну что, в одной картине делать и того, и другого негоже. Я взял и разделил. Французы в одной боковине, а в другой побольше боковина. Там наши ребята, защитники. Защитники России в 1812 году. Я склонен вообще писать близких.
мне людей. Вот. Потому что, ну, я их знаю. Соберутся они все вместе, когда мои друзья и приятели. Сын, дочь, вот. Внуки, правнуки. Я все время тост поднимаю за хорошую семью. А стол, садимся, когда за стол, он как-то объединяет. Вот. Вот так что я весь перед вами, вот, с правнуками, со внуками. Вот. Хотя и говорю, что я молодой, но вот правнук есть. Люблю окна, если вы заметили, потому что в каждой картине почти нет ни одной картины, которой не присутствовали бы окошки. О, окно, выход в пространство. Люблю природу. Пейзажей у меня много, пейзажи боровских. Я люблю вот это вот серый день. Ну, во-первых, живопись, она вот когда такая вот через какие-то вот эти вот тона, она благородная такая, краски благородней. Солнце, оно краски очень это путает. Путает, да. И оно, они становятся такие резкие, неинтересные. Вот. А это вот всегда несет в себе какие-то очень интересные позывы в плане живописи. Мне очень нравится Левитан весь. Он весь такой тонкий, серый, весь такой. Вот. Я его люблю. И я как-то стараюсь вот не то, что ему подражать, а как-то вот мне кажется, что серый день – это всегда интереснее, чем, допустим, солнечный день. И я летом пишу редко. Часто пишу половодье вот это вот, вот, осень, ну, зиму иногда, вот. Так что, ну, краски тоже излюбленные какие-то есть, есть. А потом вот эти настроения осенние, они как-то мне близки по характеру. Я не такой уж большой оптимист, а вот как-то загрустишь иногда и смотришь, день такой серый, и все это вот так вот. И созвучно моему настроению. Таир Таймурыч, да, он художник сурового стиля, а был такой у меня в приятелях, будем говорить, я позволю себе так его назвать. Вот. Дмитрий Анатольевич Жуков, известный российский писатель. И он говорит, да что вы, какой-то суровый стиль, он лирик. Он меня рассмотрел в самую точку. Относительно, значит, импрессионистов хочу сказать, я их не люблю, откровенно говоря. Я их не люблю. Почему? Потому что они похоронили картину. Вот этюды начали писать, этюды пишут, этюды. Ну и что этюд? Ну этюд и что? А картины вот писали же. Это же вот большие художники. Взять, если бы Рубинс ни одной картины не написал, да кто бы он был? Никто. Вот. Или Рембрандт, да, «Ночной дозор» не написал. Поэтому импрессионисты, я люблю очень вот как раз художников, которые были предшественниками Рембрандта, малые голландцы. Это удивительные. Это удивительная плеяда художников, которые работали перед Рембрандтом. И они сделали свое большое дело. Вот. И мы говорим, вот сейчас я говорю, вот я вам говорю, что если бы не было малых голландцев, не было бы и Рембрандта. Это, знаете, от Бога. Как Бог на душу мне положил, так я и писал. То, что заложено в человеке. Вот то и есть. Вот эти мазки, это я не изобрел, и ни у кого я их не взял, и ни у кого я их
не украл. Это вот мне так казалось, вот так надо. И до сих пор я вот так вот пишу. Одно из красивейших мест в Боровске. Вот наш дом там стоит. И там я грешным делом сам лично построил мастерскую себе. Она небольшая, но в этой мастерской мне приятно. Там идеи такие все время приходят в голову. И хочется их реализовывать, писать хочется. Вот это место удивительное. Мне здесь хорошо, и мне здесь хорошо работается. Это главное, потому что для художника, когда ему хорошо работается где-то, для него это главное. А иначе ради чего он живет? –